Она в порядке, пока. Но она должна остаться здесь и отдохнуть. Что случилось? Я думал, ты держишь ее припадки под контролем. Поверь мне, я все сделал. Это было слишком просто. Я должен был догадаться, что что-то не... Я... сожалею. Я пыталась. Мы знаем. Ты что-нибудь заметила? В этот раз по-другому? Я чувствовала, как что-то... как будто... вылезает из моей головы. Все было не так, как раньше. Это точно. Я не верю этому дерьму. Серьезно? Я просто схожу с ума. Вы пугаете меня, ребята. Что происходит? Все будет в порядке. Вы можете перестать волноваться? Вы делаете только хуже. Что за отношение такое? Ты стал хорошим человеком? С каких пор тебя это так волнует? Просто хватит! Хорошо? Мне нужно подышать свежим воздухом. Что, блядь, со мной? Жалостливый. Держи себя в руках. Я на это не подписывался. Это не моя чертова проблема. Какого черта я так разозлился? Что за... Охренеть! А где Слэнди? Что-то очень быстро. Заткнись. Где Слэнди? У нас возникла проблема. Черт возьми, чувак, успокойся. Он занят. В чем проблема? У нас появились гости. Что это было? За звуки пугающие. Итак, ты хочешь помочь мне с этим? Ты чертовски, чертовски прав, черт возьми. Что, приятно, мерзкие ублюдки? Да... обычно это срабатывает. Черт возьми, эти твари такие сильные! Что это за чертовщина такая? Выстрел из пистолета? Это означает... Черт! Это обычно срабатывает. Что это за жуткие существа? Как видишь, я только что попробовал! Выстрелы в голову не работают, тупица! О, я видел. Подумал, может, ты промазал. Я никогда не промахиваюсь! Это очень плохо. Такими темпами они скоро доберутся до нас. Энни, ты в порядке? Разве ты не должна отдыхать? Я в порядке. Просто немного слабовато. Эти мерзкие монстры не умирают! Слэнди придет. Не думаю, что другие справятся с этим. Это потому что те существа, с которыми они сражаются... это... оболочки. Мне показалось, этот термин показался знакомым, когда ты упоминала его раньше. Мне просто жаль, что я не понял этого раньше. Я знаю, с кем мы имеем дело. Это просто пипец какой-то. Что, черт возьми, нам теперь делать? Я и не знаю. Они просто продолжают вставать. Я знаю, что у вас нет практики, когда дело доходит до такого уровня боя. Но прекратите валять дурака! Разорвите эти оболочки на части всем, что у вас есть! Сейчас же! Прекрасно. Ты сам напросился на это. Справедливое предупреждение. Хотя, это будет очень грязно и очень быстро! Умри! Иди поспи! Окей. Их осталось не так уж много. Мы сможем. О боже, вы все намного сильнее, чем я ожидал. Что? Они? Теперь они могут разговаривать? Нет, кто-то говорит через них. Древнее зло, которое, как я думал, давно исчезло. Некромант. Полночь, время приступать. Стих, страх, открой глаза. Мир теней отворил ворота. Кто здесь скрывается во тьме? Оплетают разом паутиной огненной. По пятам чуешь, гуляет смерть. Цыгали в пасть.